Итак, всем привет, это 82-я серия нашего прохождения игры Ведьмак, часть 3, уровень сложности насмерть. Мы собираемся посетить остров Полуденницы. Я так помню, да, вот он, этот самый остров. Тут сокровища под охраной. Надо сходить. Надо отмстить. И вообще разобраться. Что за фигня такая? Что поговорить? Да хранят тебя боги. Я надеюсь. Я очень надеюсь, что у нас получится. Это ж полуденец, это вам не это. Она сразу такая красотка. Так, рюкзак. Нам нужно масло против призраков. Это у нас вот это, по-моему, да? Да. И сразу на Ирден переключаемся. Иди сюда. Сюда, это плыло. Иди сюда. Посмотри, что творит, а? Вот сучка. Она все здоровье практически восстановила. Собака такая. Ты посмотри на эту падлу. Иди сюда. Сюда, 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 сюда. Ко мне, блин. Опять. Ты посмотри, а. Ой. Вот это я зря сделал. Я что зря сделал? Я не сохранился вообще. Я идиот? Я идиот. Конечно. Как же они мне достали, эти полуденицы. Опять у нее почти полное здоровье. Ой. Ой, я дурак. Я дурак? Я дурак. Опять она эту штуку делает, сучка. Геральт, хоть бы ты не это. Так. Ждем. Сидим, ждем, что нам остается. Кстати, что-то печень волка
мало времени действует. Понерфили ее, походу. Тоже 5 минут. Хотя нет, 10 секунд. Так, надо что-то поинтереснее придумать, а то я одну печень волка хаваю. Вот это вот, например. Посмотри на нее, а. Вот сука. Иди сюда. Упала. Упала, отжалась и так далее. Я, кстати, совершенно забыл секундомер поставить. Так увлекся. Ну, с Ведьмаком всегда так. С третьим-то. Так, ну, надеюсь, тут что-то путное было. Здесь-то не путное. Это все. Там ртуть. Еще какая-то фигня. И все. А, нет. Воу. Нет. Нет. Это не то. А где сокровище-то? Нет, вы сами видели, там ртуть какая-то, пластина и еще что-то в этом роде, вот в этом сундуке было, да? Чё за фигня вообще? Я просто обижен. Я не просто обижен, я... Я бы сказал, я раздосадован этим фактом. Надо плыть к цивилизации. Цивилизация, встречай! Вот братюня сидит такой. Поперхнулся аж. Так. Точно? То есть это... Вот это раствор там ртути или типа того. Это и было... Сокровище? Да? Чё, правда? Не, серьезно? Кстати, есть торговец. Пойдемте к нему сходим. Нынче даже рыбаком быть опасно. Под водой чудища разные, над водой разбойники. Откуда боги привели? От верблюда, ну, мужик. Чего? Покажи свои товары. Покажи, что у тебя на складе. Вау, мужик, а что-то какой-то ты крутой мужик. Ну-ка, 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 так. Вы посмотрите, какая вещь. Плюс 6. А я возьму. А я возьму. Так, плюс 4, ну это понятно. Минус 9, понятно. Плюс 5. Фига себе. Плюс 4. Вы посмотрите, какие у него... Так, рекомендуем уровень. Штаны даже есть крутые.
плюс 8, рекомендуем уровень 20. Ну ладно, фиг бы с ним. Я хочу вот эти вот сапожки. Нет, вот эти вот сапожки я хочу. Так, пергамент мне не нужен. Ребисы не продаете? Да нет, откуда у них ребис? Так, что продаете? Так, так, ремонтный набор. Глиф. Ни то, ни другое мне... То есть это все мне абсолютно нафиг не нужно. А вот эти вот штуки я возьму обязательно. Прощай. Так, рюкзак. Вот это вот дело я возьму обязательно. Это дело я возьму обязательно. И это дело я напялю обязательно. Вот теперь. Геральт у нас приоделся немножко. Так, и вот это я тебе сейчас все продам, что у меня тут есть. Верну свои баблосы обратно. Ну чего? Да чего? Давай бабло. Покажи, что у тебя на складе. Бабло давай, у тебя 1200. Ой, 1900. Все продам. Почему бы и нет? Так. Рубашонку оставлю. Продам. Ну, в принципе, в общем-то, более-менее. Так, что я еще могу тебе продать? А, я тебе могу продать. Книжки ты не хочешь покупать. Нехороший человек. Книжки он не покупает, понимаешь? А, вот мусор. Мусор. Что-то какие-то предметы необходимые для задания. Я их все продал. Взял и продал. А чё бы нет? Ну вот и все. Вернул все свои баблосы. При этом теперь у нас... Прощай. Броня-то покруче стала. Отлично, я бы сказал. Так, давайте-ка помедитируем. Сохранимся. Да, господи, я знаю, что не... Так, это где это у нас было? Вот это вот у нас было, да? Так, давайте-ка тогда не сохранимся, а давайте выберем какое-нибудь задание, чтобы мне было легче определить. Блин, не туда. Так, дополнительное задание. Распутывай клубок, черная жемчужина. Это все понятно. Статуэтка дворянина, я не могу его выполнить. Поговорить с Трис. Где я ее нахрен найду? Эту самую Трис. Так, это не то. Не то. Белая дама, не то. Опасные развлечения. Давайте опасные развлечения сделаем.
Так. А вот теперь сохранимся. И пойдем. Так, а куда это меня зовут? Ага. Вот сюда, вот в Новиград. Гася. Блин, опять я забыл управление немножко. Так, вот сюда, да? Это вот отсюда вот хорошо будет. Давай. Погнали. Там, кстати, вроде перчатки еще были. Черт, я не купил перчатки. Ну ладно. Не купил и не купил. Давай грузись. Круизис. А что это у вас тут? Не надо ли тебе чего, мастер? А вот. А то уж я думаю, что больно тихо. Нормально. Тихо, 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 тихо. Да, сглаживания почему-то нет, хотя написано, что оно есть вот в настройках. А так, по сути, его я смотрю, что и нет. Никакого сглаживания, к сожалению. Блин, я что-то пробежал. Более много думал. Так. Кто? Тут дает задание. Ты даешь задание? Нет, не ты. Ты даешь задание. Я по поводу заказа. А, какая-то тварь напала на ночной патруль. Наши-то вооружены до зубов. Ребята как на подбор. Почему решили, что это чудовище? Вы бы видели их останки. Так. И как выглядели тела? Я в жизни не видел ничего подобного. А уж я-то на трупы насмотрелся. Я как-то слышал о людях, что погибали от жары в пустынях Зерикании. Так вот эти убитые выглядели именно так. Мы? При чем тут чудовище? Тела уже захоронили. Был приказ их сжечь. Но прежде наш медик их как следует рассмотрел. С ним и поговори. Он сидит сейчас в доме. Я посмотрю, что можно сделать. Мы тебе заплатим. Скинемся с ребятами на награду. Нормально. Погнали тогда. Сейчас как гляну. Ух. Ой, упала. Немножко. Я думаю, я сейчас по крышам, как заправский ассасин, побегаю. Нет. Взял и упал. Геральт. Не ассасин. Скучно, мать его, идти. Глазище у тебя змеиное. Так, и далеко это мне пилить? А, не, недалеко. Сюда. Надо будет не забыть потом наведаться за перчаточками. Так, он сидит сейчас в доках. Это люди, ты? Пожалеете. Нет, не страдаю ты. От бедности. А вот ты. Ты медик. Чем могу помочь? Чумной доктор.
Я расследую убийство стражников. Кажется, ты проводил вскрытие. Так тебя наняли этим заняться. Хорошо. Помогу, чем смогу. Где нашли последнее тело? В переулке. У дороги из доков в район красных фонарей. Его там бросили посреди ночи. Надо будет там осмотреться. Ты видел на телах следы когтей или клыков? Клыков, когтей не было. Разве что следы ногтей. После развлечений с девками. Я слышал, что тела были высушены. Ты тоже считаешь, что их убило чудовище? Я вот что-то сомневаюсь. Я останки тоже. Действительно были высушены, но может они пытались поймать чародея, и тот наложил какое-то гнусное заклятие. Это было похоже на обезвоживание? Нет. Даже не знаю, с чем это сравнить. Спасибо за помощь. Я осмотрю место, где их нашли. Удачи. Окей. Идем. Осматривать место, где их нашли, а где их нашли. Ну, в общем-то, довольно-таки недалеко. Ладно, погнали. Откуда нильфовская дверь? Сегодня почтовый корабль не пришел. А я все, наверное, не выберу. Опять, наверное, с вампирами дело связанное. Раз уж высушенные, значит, их просто до дна выпили, что называется. Всю кровь высосали. Ой, чего все так орете? Люди, помогите! Тела нашли здесь. Может, тут остались какие-то необычные следы. Что там? Вот именно не стоит. Ты какого хрена? Я забыл. Еще раз. И мне кранты. И вот у меня уже кранты, твою мать. Как же так, ну что? Чтоб вас всех, а? Одна, блин, не это, как говорится, оплошность. Надо все-таки не забывать, на каком уровне играю. Что даже банда гопников, которые ниже тебя уровней на 10, может тебя просто-напросто забодать. Задолбать, что называется. И сейчас будет грузиться как круизис. Он уже грузится как круизис. Где ты? Ага. Осмотри. Ладно. Черт возьми, а? Обидно просто. Вот иногда вот действительно вот из-за вот такой вот фигни. Я уже и ласточку принял, все, но он меня достал просто-напросто. Шустрый собака. Так, сразу на квен переключаемся, а то всяко бывает. Тела нашли здесь. Может, тут остались какие-то необычные следы. Возьми это! Сожги! Спрячь, что хочешь! Только не попадись!
Чего? А где? Бардак. Это если у тебя кругом все раскидано, то надо сложить игрушки на место. Ходит по сектору, чтобы убираться. Наверное, да. Ну, потому что смотри. Тут кованые сапоги стражников. Неинтересно. Все такие усталые, что еле дышат. Не надо ли тебе чего, мастер? Всегда туда заглядываю. Следы ребенка, зараза. Много тут народу ходит. Понятное дело. Четкие следы копыт. Конь? Нет, кони на двух ногах не ходят. Да? Любопытненько. Что такое на самом деле бардак? Бардак? Это если у тебя кругом все раскидано, и надо сложить игрушки на место. Значит, все эти господа ходят по сектору. Любопытненько. Что это там за... Конь на двух копытах. Эй, глянь сюда. След ведет к хромоножке Катарине. По-моему, местный бордель. Может быть. Так. Надо сохраниться на всякий пожарный случай. А то всяко бывает. Заперто? Всё. Плохо. Очень плохо. Надо найти вход здесь. Здесь вот не заперто. А как и насчет повеселиться втроем? Слышь? Мне с собой взять. Приветствую. Гляньте-ка, свет представления. Ведьмак в борделе. Какой ужас. Странного? Ты странный, брат. Все знают, что ведьмаки выродки и ненормальные мутанты. А здесь порядочный бордель для шлюх с принципами. Говори на чистоту, у тебя в штанах точно все как у обычного мужика? Когда последний раз проверял, все вроде было на своих местах. Так, ну-ка. Я хотел бы кое-что купить. Что у тебя есть? А у тебя ничего нет. Ну, особо ты ничего не покупаешь. Но я тебе пиво продам, потому что пиво мне нафиг не нужно. Вот так вот. Остальное все оставлю. Карман особо-то не тянет. На 300 уронов, блин. Может продать вот эти штуки. Да ладно, не буду продавать. Я хочу провести время... Че, правда, я можно? Я хотел бы провести время наедине с одной из твоих девушек. Милости просим. Только девушек-то особо не разглядывай. Осмотр отдельных денег стоит. А, так вот, как теперь это делать. Мне скучно. Можем сделать это здесь? Или пойти ко мне? Я даже не знаю. Мы все такие, блин, одинаковые. Ну, вот это вот мне нравится. Давай вот с ней. Че, не хочешь? А ты всегда носишь такие штаны в обтяжку. Блин, ну ладно, ты вот тогда вот эту тогда. Выглядеть. Нет? Нормально? Мне как раз сестра говорила, клёво, что в город ведьмак приехал. Она была права. Хочешь меня, а? Да, детка. Тем более за 20. Нормально. Я бы провел с тобой ночь.
Я тебя не разочарую. Надеюсь. Сейчас будет что-то интересное. Может быть. Может и нет. И это все, да? Хотя нет, смотрите, не все. И это все. А вот это уже все, да? А-а. Вот именно. Один раз норм, второй раз уже не норм. Отдельный поплав. Глазища у тебя змеиные, а язык... Нет, интересно. Смысл в том, чтобы трахать девушку, что называется, в лифчике. Ну, ну никакого смысла трахать девушку в лифчике. Ну, так, где это, Бабенс? А, вот ты. Ну как? Все ж таки на мутанта нашла охота. Ты слышала про убийство стражников? Многие тут умирают от удовольствия. Да я не понимаю, нужен второй уровень обмана. Я знаю, что ты лжешь. Меня сюда привели следы убийцы. Я не позволю себя оскорблять. Раз ты такой хороший следопыт, сам и разбирайся. Прощай. Посмотрю здесь и поищу следы снаружи. У тебя вульгарность написана на лице. Так. Ну, здесь я уже смотрел все вроде как. Нет, ни хрена. Давай. Как дела, сладкий мой? Что значит заперт, блин? Мы живем в материальном мире. И я материалистка. Я не позволю себя оскорблять. И чё? Так, обследовать бордель и его окрестности. А, его окрестности. Ясно, блин. Я смогу бросить эту работу. Уй! Это кто такой? Да, тем мужик уже... Хорошо, так. Просмотр денег стоит. Я не на тебя смотрю, я ищу следы, господи, ваша ж мать. На сцене ты бог. Да? У тебя ульга? Геральт стал популярный. Благодаря нашему дебюту на сцене. Я так думаю, что я тут зря бегаю. Есть у меня такие подозрения. Ну, зато тут есть чем поживиться. Бутылку воды, например. Да нет тут ни хрена, короче. Надо выходить из здания. К сожалению. Так, а как мне выйти-то уже? Я уже и забыл. Плохо то, что тут все друг на дружку похоже и
блуждать придется. Эй, красавчик. Слушай, а где штаны? Я только сейчас заметил, что у нас Геральт без штанов бегает. Ты чё это, Геральт? Как дела, сладкий мой? Что мне теперь делать? Я вообще не понял. Чё от меня требуется опять, кстати. Скорее всего, все элементарно, опять же, но так же, как в случае с неуловимым вором. Мяу. Блин, да не мяу. Ладно, не буду грабить, а то тут смотри, могут стражники припереться. Приколебаться, что называется. Что такое на самом деле бардак? Бардак? Это если у тебя кругом все раскидано, и надо сложить игрушки на место. Ман, давай смотреть. Как ни странно, вот здесь вот пишут много. Бордели его окрестности. Да все, я смотрел, нет там ни хрена. Я иногда на это ведьмачье чутье очень сильно удивляюсь. Почему? Потому что... Ну ни хрена же не видно. Как дела, сладкий мой? А потом вроде как должно быть это самое видно. Мне с собой взять какую-нибудь подругу для компании? Материалистка. Нет. Мы-то думали, что нас будет двое, а ты одна. Ну да. Вы такие пьяные, что один бы точно не управился. Даже с девственницей. Может, надо с кем поговорить? Я должна отдохнуть. Может, шлюхи что знают? Эй, красавчик! Привет. Мяу. Так, а если с этой бабой еще раз поговорить? Слышь ты! Ну как? Все ж таки на мутанта нашла охота. Прощай. Может быть, я запорол этот квест, и скорее всего я так и оно и получил. Ну так что, как в прошлый раз? Бывай. Прощай. Как честно, дела, не понимаю. Ну вы сами все видите, я опять же показываю, вот, смотрите. Я хожу по этой самой, по этому самому борделю. Ничего. Вообще ничего. Глазища змеиные, а язык? Ну вообще ничего. Короче, хрен с ним. Так. Какой хрен у сохранения? Так, давайте другой что-нибудь. Так, дополнительные задания. Статуэтка, понятное дело. Так, это мечи и вареники, понятное дело. Скачки, гвинт, мастер-бронник. Блин, надо на Скеллига. Походу. Дом с привидениями. 24 уровень, это слишком. Морские дьяволы, это опять же Скеллига, таинственные следы. Охота за сокровищами.
Ну да. От Еруги до Драконьих гор лучше не найдешь. Блин. Либо я сейчас пойду в интернет опять лазить и смотреть, как этот квест выполняется, либо мы сейчас идем на Скеллига. Скорее всего, надо идти в интернет. Потому что я, честно говоря, не вижу вообще никаких вариантов. Потому что я все осмотрел. Эй, красавчик! Нет, тут нифига. Вообще, за что можно было уцепиться. Никаких ни следов, ничего. Вообще ничего. Так что давайте выключимся. И, кстати, да. Посмотрел в интернете. Я слепошарый, блин. Как всегда. Короче. Что у нас тут интересного-то происходит? Там, где мы нашли эти самые следы, там было еще кое-что, чего я, как и в случае с неуловимым вором, да, просто-напросто не заметил. Так, подожди. Не туда. Во. Вот вы это видите? Я вот этого никогда бы не увидел. Помнишь по духу. Кто пользуется дорогими духами в таком нищем квартале? Сейчас будем искать, кто пользуется. Вот и все, что надо было сделать. Блин. Но вы сами видели, вот даже если вот тут вот стоять, нифига не видно. Если не знать, что оно вот тут вот валяется, не заметишь. Вот стопудово не заметишь. Надо быть очень сильно глазастым. Так скажи, что такое на самом деле бардак? Бардак? Это если у тебя кругом все раскидано, и надо сложить игрушки на место. Так. Ну вот, пожалуйста. Еще один страшило. Фу. Иди нахуй. Прошу прощения за мой французский. Замечательных природных условий. Здесь. Тот человек очень странно себя ведет. Действительно. Где я? Ты видел в округе что-нибудь странное или опасное? Я ведь был в этом доме. Вон в том? Кажется, да. Мне нужно отдохнуть. Может, его суккуб очаровал? Надо как-то проникнуть в этот дом и проверить. Дом и проверить. И давай проверим. Да, нужен ключ. Конечно. Обязательно. Вашу ж мать. Вот этого я уже не видел. Как тут раздобыть этот гребаный ключ? Ну, алкогест хотя бы. Раздобыли, и то ладно. Не люблю я, конечно, лазить по всяким гайдом, когда именно первый раз прохожу игры. Хочется все своим собственным умом. Спать. Допирать. Я к колодцу шла. Отравить, значит, собралась. Да дайте же мне все отдых успокоить. Чего? Эта дама, кажется, недовольна вашей компанией. Дама? Какая такая дама? Ты что, жухов ее не видишь? Это же эльфка. А эльфы, неизвестное дело, всегда замышляют. Ничего я не замышляю. Мне воды набрать надо. А во что ее наберешь? Где у тебя ведро, а? Ладно, оставьте ее. Оставьте ее. А по какому праву ты будешь нам приказы выдавать, а? А по тому простому праву... Ведьмаку убить, как глазом моргнуть. Угу. Что у меня два меча. Выдыхай, все кончилось. Ха, кончилось?
Разве что для тебя. Ты-то уйдешь, а я останусь. И они тоже никуда не денутся. С этим я уже ничего не смогу поделать. Тогда зачем вмешивался? Ты прогнал этих мужланов не ради меня. Решил почувствовать себя справедливым и благородным. Рыцарем на белом коне. Так ведь? Иди, Вадгерн. И помни, нам не нужна твоя жалость. Спасибо. Как мне туда добраться все-таки? Да я не знаю, короче говоря. Может быть, здесь где-то есть. И что мне теперь делать? Ты кто такой? Так, ну здесь... А, нет, не заперто. Как ни странно. Любопытненько. А этот... Что здесь делает, если так можно выразиться? Совсем глупый. Не видишь, что ли, ведьмак это? Бестию должно быть какую-то выслеживать. Помоги убогому. Какому убогому? Ты чё, мужик? Ну да, вот тут живете, конечно. Эй, седой рыцарь, оруженосец не нужен? Кстати, здесь какой-то есть. Я просто смотрю, здесь вроде как кузнец есть. Так, и вот оно, да? То, что нам нужно. Внизу. Спрыгнуть? Да, придется спрыгнуть. Привет! Who is this? Одолеть суккуба. Прям вот так вот и одолеть. Может, договоримся? Давайте-ка сохранимся, попробуем. Привет! Кто ты? Ты когда-нибудь слышал о ведьмаках? Ты пришел меня убить? Ну да. Может, поговорим? Давай поговорим. Сначала я хочу поговорить. Зачем ты убила этих стражников? Я была неосторожна, и они застали меня врасплох. Меня хотели убить, так что мне пришлось защищаться. Только и всего? Никакой трогательной истории о человеческой ненависти ко всему чужому. Я не привыкла врать. И не привыкла убивать без причины. Я должен. Я не могу допустить, чтобы подобная история повторилась в будущем. Я сразу поняла, что ты захочешь меня убить. К сожалению, так оно и есть. А ты крутая. Я не понял. А почему он не мечом? Не, ты посмотри на это, на этого придурка Геральта, который кулаками против суккуба пошел. Ждем, когда восстановится. Она-то не восстанавливается, Геральт пусть восстанавливается, блин, придурок. Печень волка. Почему вот все время... Ну, в принципе, я понимаю, почему, но все равно. Так, подяра. Нет, вот это вот мне.
Ну давай поговорим. Слышь? Кисуля. Вот так вот. Это было, конечно, очень читерно. Она должна была, конечно, преследовать меня. Ключ от дома. Мутаген. Перчаточки. Задание дополнено. Так, мне интересно, перчаточки хорошие. На 20 уровне, кстати, будут доступны. Нам, правда, осталось до этого 20 уровня до хрена. Но зато плюс 10. И к тому же довольно-таки неплохо. По всем статам. Реально неплохо. Так, что это за трофей суккуба? Дополнительное золото плюс 5%. Нахера? Давай код. Дополнительный опыт. За удар по чудовищу. Так, я получил какой-то ключик. А от чего этот ключик? Смысл в том, что я получил этот ключик. А, ключ от дома в Новиграде. Это вот от этого, да? Я так понимаю. Ну да, замок открыт. Мне заняться есть чем? Я хочу посмотреть, где тут у вас заперто, да? Вроде как здесь есть кузнец, а вроде как и нет. Сколько здесь на одной улице? Ну, я понял. Агитация. Здесь можно войти? Можно войти. Я, кстати, здесь, по-моему, уже был, и у меня точно такой же был вопрос по поводу того... А вот теперь нормально все. Ты правда в сундуке хлеб хранил? Чё, правда? Вот такой большой сундук, и в нем буханка хлеба? Реально? Странно. Хотя, наверное, если бы я был на месте этого эльфа, и у меня бы был большой сундук, я бы, наверное, там тоже хранил хлеб. Правда, не так много. Я бы туда полкусочка положил. Текс. Ну чё, теперь нам надо... забрать свою награду, взяли, пожалуй, что. За полцены. За полцены? Я могу раздеться наполовину. Ты постоянный клиент. Так что половину можешь выбрать. Стражников убил суккуб. Суккуб? Сука! В Новиграде? Но свет вечного огня хранит город. Конечно. Значит, он недавно притух пару раз. В любом случае, суккуб уже мертв. Вот доказательство. А вот обещанная награда. Прощай. Окей. Сколько дали опыта? Опыта. Ух. 216 опыта. Норм. Ешкин пистолет. Нам бы 20 уровень надо бы. Перчаточки моднявые натянуть. А когда
Так, встретиться с Йеннифер. Ну, похоже, что у нас, нам больше ничего не остается, кроме как встречаться с Йеннифер. А потому что больше нечего делать. Реально. Если мы посмотрим... Ой, по заданиям. Реально больше делать нечего. Все у нас на Скеллига. Это Скеллига, Скеллига, Скеллига. Ну, белые дамы есть, но, блин. Это ж полуденница, опять же. Здесь не надо. Стоит ли попробовать белую даму-то завалить? Не, не стоит. Или стоит? Ну, давайте уже об этом подумаем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, всем пока.